Всем привет, ребят, еще раз всех с праздничком. В общем, у нас сегодня с вами веселый видос. Думаю, многие помнят прошлый видос по битве гильдии на этом аккаунте, где мы слились, но сегодня мы должны поставить пасхальный мировой рекорд по количеству очков, очей, очков, вражеских очков на битве гильдий. В общем, у нас сегодня 5 топовые гильдии КОА. 2189 до 2171. Хорошо. Тут, наверное, других гильдий столько нету. Отлично. Так, что у нас, они били кого-то? 23.057. Хорошо, отлично. Смотрим, что там нам за них дают. 4.637. 34. Ну, я думаю, 23-150 мы должны тут влупить, как минимум. Так, самое главное, как обычно, не слиться. Это самое главное. В общем, поехали, будем собирать героев-питомцев. Здесь, к сожалению, я показывал, вам уже нету. Поэтому будем с вами трешевать, как всегда, пробовать. Испытывать судьбу. В общем, поехали. Такс. Кого берем? Однозначно берем Феникса. Такая вот сборочка фена у нас будет. 15-15. Так, Зефир. Зефир пока у нас подождет. Берем с собой Барда. Выживание плюс истинное. Ну, я не знаю смысла. Так, что тут у Андрюхи делается? Понятно. Так, два героя есть. Фрэнка мы тоже убираем. Ставим сюда какого-то Ронина. Вот такого вот Ронина ставим. Выживание плюс ожог. Так, Ронин есть. Лисица, ну, не буду я его брать. Вместо него мы поставим сюда сейчас Зефира. Так, такой вот Зефир будет у нас. Зефир у нас будет... Надо подумать, какого ему пэта поставить. В принципе, поставим вот так вот. С питомцами здесь все так же печаль, ребят. Так, хрустальное богатство пока нету, да? Так, есть. Так. Для добивалки нам также нужен будет Дрейк. Так, и вместо божества, я не знаю, попробовать командорку, как вариант. Не, давайте попробуем нарез все-таки. Возьмем Седну. Так, Ремка, Ажева. Попробуем с Ажевой. Заживы, тут у нас все печальненько. Значит, прокачаем так оживу. Я надеюсь, у него ожива должна быть на складе. Есть. Такс.
Ставим 10-ю ремочку. Шансливо, ребята, как обычно. Так. Поменять, заменить и улучшить для перестраховочки. Ну, в общем, такой вот у нас будет состав. Поехали. Поехали испытывать удачу. Я надеюсь, что все пройдет гладко. Так, начнем с самого первого, самого злобного. Так, что тут у него? Фобушка. Попробуем изначально сейчас убрать. Давайте залетим через... Через кого залетим? Давайте через Фрейю залетим. Соберем сейчас юнитов полностью всех. Так, где у нас там башенка? Башенка у нас наверху, да? Пробуем здесь, выкидываем фена. Не, фен улетел. Значит, пробуем изначально, закидываем сразу же фена. Смотрите, как отлетает моментально, причем. Под спектром. Даже не успевает включиться. Вот, наконец-то включился. Так, дальше закидываем зефира. Сливаем юнитов по максималке. Я надеюсь, они зефира нашего тоже сольют потом. Так, отлично. Зефира ушатали. Закидываем Ронина. Ой-ой-ой. Видите, активируем. Походу на Фрейе стоит спектр. Наш бардик может отлететь. Давайте перезайдем. Надо на кого-то другого будет закидывать. Так, на ворожея закинем. Я думаю, на ворожея тут спектра однозначно нет. Самое главное, чтобы у нас сейчас Феникс включился опять. Он как-то через раз включается. Видите, спектр словил. Так, отлично. Вот сразу 50% набили. Супер. Так, есть. Закидываем Ронина на ворожея. Барда, в принципе, можно попробовать тоже закинуть на ворожея. Но мы барда пока не будем трогать, мы закинем сейчас Дрейка. Так, Дрейк попал. На спектр сразу же закидываем сюда же барда. 80%, ребят. Шанс слива, как обычно. Видите, спектр реально решает. Когда нету питомцев, это просто печаль. Приходится таким вот образом проходить. Можно было бы командорку, но здесь сделано все хитро. Здесь здания по всей территории разбросаны, соответственно, командора везде не достанет. 97%.
Оу, бард у нас еще реснул всех, в принципе, нафига, действительно. Хотя седна получше будет, чем бард в рейсе. На подстраховочку. 4637. Первый готов. Поехали дальше. Следующий. Следующий товарищ у нас не дырочный. Или дырочный? Не, вроде дырочный. Давай проверим его. Лисица, короче, не дает нам учиться нормально. Так, задели, задели ратушу. Закидываем. Короче, через бар Доронина. И Зефира давайте сразу же туда же. Надо было их, наверное, раздельно все-таки закинуть. Ну, ладно, попробуем таким образом. Тут, конечно, командорка бы получше, наверное, мне кажется, зашла. Самое главное, чтобы у нас Ронин жил. Ронин слился. Давайте, значит, попробуем другой вариант. Давайте попробуем. Так, блин, вместо седны тоже неохота. Не будет потом кому добить. Ладно, давайте попробуем таким же вариантом. Не будем спешить просто. Закидываем первым однозначно Феникса. Ой, я Дрейка выпустил случайно. Так, Фен. Фен, ты включишься или нет? Отлично, 35% есть. Дальше закидываем Ронина. Странно, что я играю вроде без воодушки. Наверное, смотром активировали. Юнитов, наверное, надо было бы побольше нам набрать. Лисица сейчас нам будет пакостить. И короля, наверное, надо... А, кролика здесь вообще я завтыкал, короля взять. Тут кролика вообще нету. Так, значит, отсюда запускаем туда отдельно Зефира, чтобы лис на него переключался больше. Так, будет получше. 49%. Минута 50. 55%. Сейчас добьет. Дарим сразу же Дрейком. Так, Ронин слился. Опасно. 73%, ребят. Что с нашим Дрейком? Дрейк! Не спи. 93%. Так, Зефир у нас еще жив, но его опасно выкидывать. Точнее, не Зефир, а Барт. Так, отлично. 93%. Процента 1 минута осталось. Но я думаю, должны добить, если, конечно же, не активируем опять спектр на Фрейе, как это у нас случилось. 95. 100. Есть, отлично, зафармили. Так, отличненько. Что тут у нас? Тут у нас та же самая картина. Один в один. Бард с этой стороны. Так, откуда это попробовать подцепить? Где больше зданий у нас? Давайте снизу попробуем сейчас подцепить феном.
Если, конечно, получится, он уже словил от лисицы. Тут у нас с водушкой мастер рун. Видите, он сразу же включается, забирает энергию. Ну, фен, давай, включайся. Так, отлично, фен включился. Запускаем отсюда Ронина и отсюда Зефира. Самое главное, чтобы у нас сейчас... Ой-ой-ой, Ронин слился, Зефир остался. Отлично, Зефир остался. Выпускаем, значит, Дрейка. Дрейк тоже как-то быстренько посливались все. Жестики! Так, пробуем отсюда забежать. 77%, ребят. Самое главное, чтобы у нас Барт за минуту 30, я думаю, должен добить. На крайний случай на 30 секундах попробуем закинуть сетнушку, если нам не хватит времени. Видите, здесь по 73к всего лишь бьет. У меня по 130, и мне мало. Так, 86%. Ух, блин, жарко. Что-то вот хранилище вот это вообще не бьется прям. 76. Не, должны, думаю, за минуту добить. Самое главное, чтобы не было сейчас нежданчика. Как обычно, 93%. Так, отлично. Не, должны разбивать все. Отлично, изи. Трое есть, ребят. Поехали дальше. Четвертый. Так, кто-то у них был дырочный. Помню кто, но кто-то был. Тут раста похожая до предыдущих. Значит, активируем вот так, закидываем фена. И фен сразу же у нас сливается. Не вариант, я понял. Значит, будем пробовать. Ага, фена даже не там надо закидывать. Значит, закидываем этого и отсюда закидываем Феникса. Так, отлично, Феникс пролетел дальше, супер. Я надеюсь, он там резнется еще разок. Не, к сожалению, не резнулся. Так, лисица почти слилась, отлично. Вообще супер. Вообще, вообще, ребята. Гасия, посмотрите на домах. Я офигею, мы практически там этого ушатали. Чуть-чуть нам не хватило. Мастера рун. Совсем чуть-чуть не хватило. Ай-яй-яй-яй-яй, на тотем с космо попал. Это, конечно, обидно. Так, блин, я не знаю, что тут на ком есть. На фрейме может быть спектр, кстати. Это будет реально очень обидно. Что, попробуем отсюда забежать бардом? Блин, на фрейме все-таки есть спектр. Это опасно, ребята. Это очень опасно. Слился. Бард наш слился. Я офигею. Просто писец. Ну что, будем ждать? Будем выжидать. Все, слились. Жопа. Пиздец. Как, блядь? Вот как нахрен? Вот как? Вот объясните мне, вот что за фигня? Пиздец. Просто пиздец. Блин, ну это вообще просто Дрейк тупо нет. Я в шоке. Я, блин, в шоке просто.
Просто, блин, ну я вообще в офиге. Это жесть. Тупо, блин, какие-то седна, ну я не знаю уже, что делать. Просто тупо слилось моментально. Этого разобрали на изи, посмотрите. Тут вообще просто разобрали ни о чем. Вот как, блин, ну что за непруха такая-то, а? В общем, влепили, ребят, по лайку. Будем пробовать дальше. Блин, просто интересно взять все-таки 5. Я не знаю, что за фигня, тут просто тупо не прет. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.